Доходы увеличат рыбохозяйственные предприятия Камчатки. Это произойдет за счет круглогодичной поставки рыбы в регионы страны. О такой возможности на встрече с представителями крупных торговых сетей заявил губернатор Владимир Солодов. Для нас приоритетная задача – это повышать объем рыбы, добываемой на Камчатке, который поставляется на внутренний рынок. Это важно для нашей экономики, для наших рыбаков. Это важно с точки зрения решения социальной задачи обеспечения продовольственной безопасности страны, которую Камчатка выполняет. Второй год реализуется проект, в рамках которого мы упрощаем взаимодействие крупных торговых сетей, через которых реализуется львиная доля рыбной промышленности и наших производителей. Глава региона отметил, что ключевая задача на дальнейшее сотрудничество – развитие холодильных мощностей на Камчатке. Дефицит оборудования препятствует ритмичной отправке рыбы и рыбной продукции на материковую часть России. Сейчас, если удастся реализовать ряд инвестиционных проектов, которые в том числе сегодня обсуждали, создать дополнительные холодильные мощности здесь, на Камчатке, и увязать их с загрузкой мощностей в Центральной России – в местах, приближенных к центрам сбыта, то и сети получат более качественную гарантированную продукцию в течение всего года, ну а рыбаки гарантированный сбыт, который очень важен в условиях волатильности рынков и сложностей с международными расчетами, которые мы сегодня наблюдаем. Напомним, Камчатка увеличила число участников федерального проекта «Доступная рыба». Его реализация позволяет расширить рынки сбыта для предприятий полуострова. Так, сейчас в социальном проекте принимают участие 5 крупных торговых сетей, тогда как в прошлом году их было 3.